Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем ежедневные награды, 150 долларов и 36 монет. Так, быстренько идем на задание, открыть колоду. Ну, естественно, бесплатную открываем. И выпадает нам там Леонардо. Зачастил, то не было, не было, а тут смотри-ка, стал периодически нам доставаться. Значит так, пройти серию испытаний, побежали. Побежали, быстренько пробежим сейчас ее. И я думаю, наверное, через серии 2-3 мы пройдем с тобой смятение из другого измерения. Как ты считаешь? Я думаю, что стоит. Получим немножко монет, немножко откатов, немножко долларов. Возможно, даже выпадут нам нужные элементы. В общем, надо будет проходить. Так, а змейковину уложим сейчас или нет, баньки? Конечно. Так, училка. На тебе. На еще разок. Мне бы, конечно, хильнуться бы не помешало. На самом-то деле, посмотри, у нас хпшечка, особенно у Ваньки стиранка, так вообще ее мало. Ну давай, Усаги, делай свою суперказарную вертушку. Замечательно. Что тут скажешь? А есть ли смысл? Ну, конечно, нету, ребят. Если я сейчас поставлю хилку, мы просто не успеем захиляться, так как битва уже закончена. Это надо делать в самом-самом начале. Как только начинается, сразу делаешь постепенный отхил, и уже по прохождению идешь, и они во время своего хода, каждый персонаж получает небольшой запас здоровья. Ну что, здесь забираем, и дальше у нас поднять уровень персонажа. Ну, в общем, все по стандарту, и где же наш крысиный король. Давай смотреть. Нам не хватает двух всего лишь ящиков с инструментами. Раз. Два. Ну что, прокачиваем до 4-й ступени превосходящий разум. Замечательно. Так, а дальше нам нужно, опять же, 5 ловушек для маузеров и плюс 12 вот этих вот знаков, номеров автомобильных. Так, ладно, будем искать ловушки. 5 штук. Ну, как обычно. Как обычно, друзья мои. Отслеживающее устройство нам выпадает, а вот приманки нет. Вообще ни одной не выпало еще, прикинь. Еще ни одной ловушки не выпало. Зашибись. Это что за фокусы, я не понял. Давай, может, здесь попробуем. Вот, приманка для маузеров выпала. Черные очки, я так понимаю, это очки Хана. Уж больно они на него похожи. Да. Мы уже задание с тобой выполнили, и всего лишь одну приманку мы успели получить. Поднять уровень персонажа. Но это уже, ребята, после того, как мы, наверное, пройдем арену. Так. Один мой подписчик попросил: Рэй, попробуй пройти клан Фуд полностью, если есть такая возможность. Ну что ж, давай пройдем. Почему бы и нет. Так, здесь у нас, да, в принципе, можно сразу начинать бомбить. Пока мы здесь 100 уровня, нам ничего здесь не грозит. Я почему сюда и не стал брать, кто у нас там, Донателло, да, по-моему, Космос 70 уровня просился, но я ему отказал, потому что здесь ему явно делать нечего. Так, переходим с тобой на вторую волну и смотрим, что у нас тут. А тут у нас бригада Шайкалейка называется. Так, Острозуб. Дальше делает Лео свою вертушку. Ты смотри-ка, Рокзар берет провокацию. Давай-ка мы, наверное, его вот так вот бомбанем. Отлично. Пробивной. Рокстеди взялся за паяльник за свой, да? На тебе. Так, и Саблезуб тоже падает. Последняя, третья волна. Ну, здесь ничего особенного нету. Давай-ка я, наверное, Бакстера попробую наказать. Не вышло. А если так? Замечательно. Берем провокацию, чтобы Рафаэль автоматически делал контратаки. Плюс возьмем с собой уклоняшку.
Она никогда лишней не будет. Давай. Отлично. Так. Ах ты. А что такие мы-то мощные-то, я не могу понять. 80 уровень, а их просто так не пробить. Зря ты это делаешь, конечно, шарханчик, зря. Крис, ты-то куда лезешь, ё-моё. Так, ну-ка, получи. Замечательно. Давай, наверное, доп. Защиту возьмем еще. Карайка не падает, ты смотри. Сейчас упадет. И остается у нас Шреддер. О, зря ты Рафаэля трогаешь. Все, ребята. Второе событие пройдено. И остается у нас одно лишь. Последнее, третье. Ну, пойдем его быстренько тоже пробежим. Так, а уровень здесь, по-моему, 90 будет. Да, ребят, 90 уровень. Ну, опять же тебе скажу, для нас это, по идее, не проблема. Для моих сотых уровней. Вот такая вот команда здесь. Зондер нас встречает. Смотри-ка. Воу-воу-воу-воу. Тише, ребятуля. Вы... Ничего себе. И сразу начинают все бомбить по Леонардо. Так, еще и майки. А я только хотел уклонение, думал, поставить. Уже не поставим ничего. Так, давай-ка доп. Защиту возьмем от Донателло. Дальше Рафаэль возьмет провокацию. Да, заблокировали нас тут капитально. Так, Рафаэль, давай их потихоньку уничтожай. А мы сделаем вертушку. Это только первая волна, ребят. Переходим на вторую. Так, вертушки нету, есть у нас сюрикены. Так, я попробую наказать Бакстера. Ай-яй-яй, даже по спину урон не повесили. Ладно, тогда делаем уклонение. Добиваем Бакстера. Рокзар опять провокацию, ну естественно. Естественно, опять провокацию берет. Опа, и Крис тоже берет защиту. Ё-моё, это усложняет. Я надеюсь, Острозуб не будет брать провокацию. Но он пока не будет, потому что здесь есть Рокзар. Поэтому, наверное, он пока не будет брать. Ну-ка. Так, Рокзара мы убрали. Попробуем пробить Острозуба. Не вышло ни шиша. Ладно, ничего страшного. Эх, все-таки взял, блин. Сейчас, конечно, будет тяжеловато его разбивать. Да я, наверное, хильнусь. Что-то как-то мне не нравится у нас. Здоровья маловато. Куда ты лезешь, а? Ну, понятно, Донни не пробьет. Рафаэль, наверное, тоже не пробьет. Вот же он, а? Ты посмотри, его бомбят. Ты прикинь, сотые уровни его бомбят. У него даже хп не отнимается. Я в шоке. Да как так-то? Ну посмотри, просто по барабану ему. Ох, ё. Вот это он пропечатал. Неужели еще и Леонардо сейчас уложат мне? Так, нам нужно хильнуться, мне кажется. Слушай, он запарил? Есть. Так, срочно лечимся. Сюрики пошли. Угу. И остается Крис Брэдфорд. Это только вторая волна. А вот она третья, последняя, заключительная. Так, значит, в наших планах в первую очередь забомбить, естественно, муху. Успеть бы только. Так, этот не стал хиляться, Шреддер. Блин, у них что, инициатива? Да, у них инициатива больше, этот успеет хильнуться, прикинь. Муха успеет залечить команду. Не полностью, конечно, но все-таки. Так, берем опять провокацию. По-моему, Рафаэль у нас самый забафанный получается. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. На тебе в ответочку. Так, Шреддер, да? Минус.
Так, муха меня пока не волнует. У нее все равно хила нету. А она уже все ничего не сделает. Мы же в свое время залечиваемся. Так, Рокстеди, да? Готов, парень? А вот по Бибопу... Да? Рафаэль, молодец. Я думал, сейчас он будет промахиваться, как обычно, потому что на нем было уклонение. Но все получилось. Ну что, друзья мои, вы просили, я прошел вам. Клан Фута. Так, ну а теперь, соответственно, будем фармить жетоны. Так, здесь за пиццу, да? Сплинтер, 4 доллара. Золотые осколки. Что-то пицца как-то вообще кончается моментально, ребят. Хорошо, у нас есть еще сыр. Алапекс. Осколочки. Маячки. Доллары. 40 жетонов. Успели все-таки вытянуть. И, ребята, все, больше не хватает. Тут 6 сыра, а нам нужно 8. Окей. Здесь, в общем, все сделали. Это мы вчера еще прошли. Значит, сегодня у нас турнирная арена. Мы должны, ну, по возможности, сегодня перейти в топчик. Так что давайте, ребят, попробуем. Потому что сегодня я в ночь работаю, завтра опять же в ночь. То есть в понедельник у меня только будет выходной. Как раз на буст. Это будет круто. Да что ты, дашь мне 17-24? Нет, не хочешь? А, во, есть. Так, берем сразу Шреддера. Вместе с ним пойдет... Давай Зека возьму. Шреддер и Зек. Так, подожди. Возьмем что-нибудь такое. Посерьезнее, 70-ники. Полтинничков брать не хочу пока. Ну что, поехали. Зек бросает бомбочку. Замедляха почти на всех сработала, кроме Ваньки Стиранка. Ну куда ты лезешь? Давай, Шархан. Все, ребят. Ну что, первый бой, все нормально. Сейчас посмотрим, на какой мы позиции-то, кстати, были, я не посмотрел. На 48-й. Слушай, да, конечно, возьмем сегодня топ. Должны, по идее, потому что нам тут до Лиги Мастеров подняться 3 звезды. Ну, поединка, наверное, 3-4 понадобится. И там еще. А у нас откатов на 7 поединков. Да, ну мы же можем купить за баксы, точно, что я переживаю-то. Так, уйди, Ванька. Мы еще сможем за баксы купить 10 откатов. Ну даже не 10, мы можем и 20 себе позволить, в принципе, спокойно. Я просто хотел копить денег себе на телепорты. Телепорты-то заканчиваются. Они нам нужны, сам понимаешь. Ну что, Шреддер, давай. Бомбанул. Армагон, разбирайся с ними. Все. Полегли, братки. Ну что же, это хорошо, что не полегли. И мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим. С 37-й, наверное, на 25-ю. А, с 35-й на 25-ю, давай. О, даже 22-я. Даже 22-я. Это еще даже лучше. Так, опять же, Шреддер плюс Ванька. Шреддер плюс Ванька. Слушай, а Ванька-то у нас как там по инициативке-то? Не схандрит? Что-то я немножко... Ой, не хиляй только твою дивизию. Так, а он еще и ускоряет команду. Ну давай, Ваня. Твой выход. Сплинтер с какого перепуга? Ё-моё, сейчас ушатает кого-то. Да ладно, Донни, да ты красавчик просто. Так, вот единственное, что нам нельзя атаковать. Прикинь. Так, что он берет? Провокацию? Ну давай провокацию лучше возьмешь, чем будешь атаковать его. Эх, Донни, Донни, блин. Твой удар его не уничтожит, даже суператака твоя. Твою налево. Потеряли мы, ребят, наверное, Донни, если сейчас суперудар не... Фух. Потому что он бы начал бы контратаку, ты понимаешь, да? У него висел баф. Но суперударом, слава богу, все получилось.
Так, 12-я позиция. 9-я. Значит, последний поединок. Так, 17-24. Значит, беру Бакстера. Опять же, Шредера. Раз, два, три. Пока по одному откату буду тратить, чтобы на дольше хватило. Ну что, понеслась. Замечательно. Так, теперь волну бы желательно от Бакстера. Паутинкам, конечно же. Конечно же, паутинка. А вот теперь волна. Все. Всех просто смело. Ну что, теперь, я думаю, мы переходим в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну, по идее, должно быть так. Да, друзья мои. И место у нас 98-е. Ну что, надо подкачаться. Надо подкачаться, да? Беру Леонардо. Беру Шредера. Так, а Леонардо у нас по инициативке-то как? Он уходит сразу после Шредера? Он не дает возможности сходить противнику или дает? Вот в чем вопрос. Шикарненько, я тебе скажу сейчас. Супер Шредер звезданул очень замечательно. Повесив еще постепенно урон. Ну, там Леонардо, конечно же, добил остальных, но все равно было классно. Так, с 98-го места мы переходим на 86-е. 13 ступенек, то есть пролетели, получается, да? Так, ну здесь можно вот эту вот, в принципе, командочку взять. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Ну, не знаю, ребят, должно, по идее, хватить, потому что первым идет Усаги по атаке, вторым идет Супер Шредер. Я думаю, здесь ни для кого рисков нету. Ни для морозильной кошки, да? Ни для остальных. Ох, как Усаги, ничего себе он звезданул, ребят. Обычно он бьет слабенько как-то. А тут прям половину ХП снес, причем всем, одного даже ушатал. Окей, я доволен. Так, с 86-й мы переходим на 74-ю. То есть еще 12 ступенек в минус. Так, Супер Шредер, с кем тебя взять-то? Раз, два, три, четыре. Вот так вот возьмем, наверное. 9 откатов еще. Получается где-то, грубо говоря, на 4 поединка. Окей. Так, ну давай уклонение влепим. Перестрахуемся, так сказать. А дальше Супер Шредер идет. Ну, Майки, успокойся. Он усилил команду, называется. И Макман, естественно, мусорным вот этим ураганом остальных всех добивает. Отлично, ребят. Проблема только в другом, что у нас уже бойцы закончились, которых я могу брать отдельно, независимо. А позиция хотя бы была бы 50-я, было бы, конечно, попроще. Ладно, все равно будем до последнего тянуть. Берем, опять же, так, так, так. И вот так. То есть еще один поединочек, возможно, протянем здесь. Джастин, конечно, я в расчет его не беру вообще, ребят. Рокзара, в принципе, тоже. Так, ну давай хлопни этого. В принципе, и все, да? Отлично. И получается у нас 8 откатов остается. И место должно быть где-то 50-е, по моим расчетам. Так точно. Значит, получается, а поединков у нас 4. Если брать по 2, а нам меньше никак не взять. Даже если я буду брать Шредера. Раз, два, три. Ну, я не знаю, эти вряд ли, конечно, смогут здесь подтянуть. Тем более здесь есть Леонардо. Хорошо. Хорошо. Придется туда тратиться все-таки. Не хотел. Не хотел, друзья мои, так делать. Но судя по тому, что мы элементарно просто не сможем с ними справиться. Физически даже, да? Они нас сильнее. Хоть у нас и Супер Шредер есть, но они все равно сильнее нас по уровню. Считай, там 70-ники, здесь 79-й уровень.
То есть, если Супер Шреддер даже вот так хотя бы оставил бы команду бы, ох, наши головы бы там полетели, будь здоров. А тут, видишь, есть Армагон, который нас перестрахует. Как-то так. Кто не в курсе, что на втором канале у нас, друзья мои, выход новой игры Карамон. Это для любителей, наверное, таких игр, как покемоны. Ты ловишь монстров, прокачиваешь их и воюешь, дерешься. Ну, как бы там не ареновская, не как этот, чисто ареновская, а с сюжетом просто приходится тебе периодически встречаться с противниками. Пошаговые бои, в общем, все, как я люблю. Так что захотите и смотрите. Так, ну что, 38-я позиция, друзья, это уже хорошо. У нас 3 поединка. Вот нам бы еще один бы с тобой поединок как-то вот, знаешь, прокрутиться бы, выжить бы. Даже не то, что выжить, а получить большее количество кубков и просто бустануться немножко. Чтобы нам элементарно хватило хотя бы взять один откат на Супер Шреддера и отыграть 70-ников. Вот так вот скажем. Было бы вообще замечательно. Но пока это невозможно сделать, потому что здесь уже 79 уровень, они как должно идут. Не то, что они там не случайно выпали, они будут уже постоянно. Сейчас будем смотреть, как мы с тобой будем продвигаться. 50-е место. Я думаю, где-нибудь место 40-е. А лучше бы, конечно, 35-е. Но... А, у нас 38-е. Но вот здесь, ребята, заподляшка была. Дали всего лишь 7 ступенек перепрыгнуть. Ну, это фигня полнейшая причем. 79-й, ну я даже не знаю, брать, не брать. Ну как вот сейчас вот я вот буду здесь выживать. Я рискну, конечно, но это, наверное, беспонтово. Так, Рая, пошла. Слушай, ну мне-то что-то от этого не легче, потому что у нас с тобой не было лишнего отката. А теперь у меня их 3. 20-я позиция. То есть вот кровь из носа, а нужно пройти еще один поединок одним Шреддером. Ой, друзья, куда же я подставляю нашу команду? Не знаю. Потому что сейчас сходит Шреддер, а потом они начнут ходить, потому что мои по инициативе уступают очень сильно. Так, слушай, нам нужно у всех постепенку вот как-то Ваньку вальнуть. Вот как-то вот вальнуть его надо. А ну-ка давай. Вот. Фу, изи. Друзья мои, это чисто везение. Фартануло нам. Опять же, Шреддер молодец. На всех повесил постепенку. Так, 10-е. Вау. Прикинь, мы 20 ступенек с тобой за раз просто пролетели. Это что-то вообще невероятное, ребят. 20 ступенек. У нас даже на бусте так редко бывает, чтобы 20 на начале этапа. А тут, извини меня, на финале 20 лесенок. Тюх, вверх. Круто, круто, конечно. Так, ну что, ребят, давайте тогда возьмем. А мы хотели... Блин, а я же все потратил. Я потратил всю пиццу. Ладно, Макман, давай-ка прокачиваться, наверное. 24 уровень. Ребята, еще 6 левелов, и Макман будет фул. Так, и так. Ну, вроде бы и все. Единственная проблема сейчас, друзья мои, я не могу зайти в игру Драконы Всадники Олуха. Я хотел сегодня начать проходить испытания, но не могу просто элементарно зайти в игру. Короче, я попробую еще помучиться. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.